Со 2 октября 2019 года в состав базового пакета домашнего цифрового МТС ТВ и интерактивного МТС ТВ на территории Республики Татарстан вошел телеканал «Универ ТВ». Телеканал стал доступен нашим абонентам со 2 октября, и чтобы его увидеть, для абонентов, у которых вот такие приставки старого образца, необходимо перезагрузить оборудование, телевизор, эту приставку перезагрузить, телеканал появится на 554 кнопке. Для тех пользователей, у которых домашнее телевидение ТНТС подключается с помощью вот такой смарт-карты, комм-модуля, нужно в ручном режиме найти телеканал. Это событие является очередным продвижением телеканала «Универ ТВ» к охвату все большего числа телезрителей. Студенческий телеканал «Универ ТВ» – это познавательно-образовательный телеканал, который вещает в эфире в цифровом пакете Казани. Он присутствует во всех кабельных телевизионных сетях Республики Татарстан, но не только. Дело в том, что канал транслируется также в кабельных сетях ряда субъектов Российской Федерации. В частности, речь идет о Башкортостане, Оренбургской, Нижегородской области, города Чебоксары, города Орел и Воронежской области. К тому же важно и то, что через крупнейших интернет-ОТТ-провайдеров Российской Федерации происходит охват аудитории по всей стране в целом. «Универ ТВ» первым в Татарстане начал свое вещание в формате высокой четкости Full HD еще в 2012 году. Телеканал является большей частью познавательно-образовательным по своему содержанию. Для каждой возрастной категории есть свои программы, как студенческие ток-шоу, спортивные мероприятия, так и научно-популярные программы и документальные фильмы. Здесь обсуждаются разные вопросы и проблемы, касающиеся как Татарстана и России, так и мира в целом. Уникальность и ценность канала заключается в том, что создателями программ являются как ученые-профессора, преподаватели Казанского федерального университета, так и известные на весь мир авторитетные персоналии. Шаг за шагом, отслеживая происходящие изменения в развитии университета, тем не менее телеканал не локализован только внутренними проблемами вуза. Ведь это университетский телеканал, здесь ученые, которые контактируют со всем миром. Казанский федеральный университет считает честью посетить множество ученых, политиков и бизнесменов, таких как основатель и председатель Совета директоров корпорации ХАЭР господин Джан Жуймин, генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед бин Абдул Карим Алиса, всемирно известный гуру Ицхак Адизис читал свои лекции студентам перед камерами «Универ ТВ». В прямом эфире прошел уникальный проект «Телемост. Казанский федеральный университет. Международная космическая станция». Свои мастер-классы для студентов, будущих журналистов, провели редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, академик РАН Абела Ганбегян. Послы США при двух президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе также посчитали своим долгом посетить университет и поделиться со студентами своими мыслями. Телеканал вел свои трансляции с саммита Times Higher Education, ведущего мирового центра журналистики, аналитики и экспертизы в области высшего образования, который проходил в 2018 году на базе КФУ. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин посетили объекты университета и встретились со студентами. И все это не проходит мимо телевизионных камер телеканала «Универ ТВ». Поскольку телеканал позиционирует себя как студенческий, то эта нишевая группа получает большую часть информации, находясь в коммуникации через социальные сети. В связи с этим телеканал ведет свое вещание для студенческой молодежи и школьников в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. В социальной сети YouTube канал «Универ ТВ» имеет уже около 50 тысяч своих подписчиков. «Универ ТВ» интересен прежде всего тем, что в создании и развитии телеканала принимает участие весь огромный коллектив, начиная от ректора Ильшата Гафурова и заканчивая всеми сотрудниками «Альма-Матер». Ведь именно они создают тот контент, уникальность которой востребована не только аудиторией Татарстана, но и многими субъектами Российской Федерации. Валерия Муратова, «Универ Ньюс».